Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, скульптуры Давида Альфаро Сикейрас. Автопортрет «Великий полковник», 1945 год, 91/121. Целотекс, пероксилин. Давид Альфаро Сикейрас относится к числу прославленных мексиканских монументалистов. Он работал во многих странах мира. Творчество художника отличается яркой политической направленностью, своеобразием символического языка и неустанными поисками средств выразительности. В 1919 году Сикейрас поехал в Европу, где познакомился с шедеврами мастеров эпохи Возрождения и многообразием открытий современных творцов. Экспериментируя в области техники живописи, мастер начал применять пероксилиновые нитроцеллюлезные краски, использующиеся для окрашивания автомобилей и станков, обладающие рядом привлекательных для муралиста качеств. Они имели богатый цветовой спектр, были устойчивы к сырости и удобны к работе. С 1930-х годов Сикейрас все произведения, как монументальные, так и станковые, выполнял синтетическими красками. Вначале в комбинации с масляными, а затем и в чистом виде. Картины этого периода отличаются динамизмом композиции, крупными планами, величественностью образов, выбором неожиданных изобразительных приемов. Создавая автопортрет, мастер уделил основное внимание общей передаче формы, избегая излишней детализации. Выброшенная вперед и намеренно увеличенная в размере рука воплощает решительный призыв к действию. Ну, такое описание картине Давида Альфаро Сикейраса «Великий полковник» или автопортрет я нашел в интернете. Пользовался текстом «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.